Счастливые лица, яркие эмоции и предвкушение незабываемого отдыха на побережье Красного моря. После долгого перерыва из аэропорта Гомель вновь возобновились полеты в Шарм-эль-Шейх. Туристическая компания «Интерсити» первая пригласила туристов на отдых. Радостное событие совпало и с красивой датой. Туроператор «Интерсити» в этом году празднует юбилей. Восстановление региональной полетной программы – это, конечно, очень важное событие не только для нашей компании, для туроператора «Интерсити», для туристических агентств нашей страны и, в общем-то, для всего туристического сообщества Республики Беларусь. А для нашей компании, для туроператора «Интерсити» это еще и знаковое событие, потому что в этом году нашей компании исполняется 30 лет. Поэтому это просто подарок на копилочку всех подарков к нашему юбилею. Полеты выполняет национальная авиакомпания «Белавия». Из Гомеля в Шарм-эль-Шейх будет летать комфортабельный «Боинг 737-800». Время в пути займет 6 часов, что на 40 минут быстрее, чем из Минска. На каждого пассажира полагается до 14 килограммов багажа и до 5 килограммов ручной клади. Кстати, аэропорт Гомель был выбран не случайно. Нашим гомельским туристам теперь нет необходимости тратить время на дорогу в аэропорт Москвы либо Минска. Они прекрасно делают это из своего родного города Гомеля. Плюс я хочу вам сказать, что восстановление полетной программы из Гомеля – это только первая часть долгосрочного проекта по восстановлению региональных вылетов. Все это сделано для комфорта жителей Республики Беларусь. И, кстати, сегодняшний рейс улетает с загрузкой 100%. Цены на отдых в Египте приятно удивят. В стоимость включены все доплаты и сборы. Ориентировочная стоимость на вылет 2 февраля из Гомеля в Шарм-эль-Шейх составляет от 2360 рублей. Данный отдых подойдет у нас не только как для семей с детками и молодежи, а также данный отдых подходит для туристов, которые любят комфорт. Первым бортом на египетское побережье улетели 176 туристов, причем проживающих не только в Гомеле. Из снежного Гомеля прилететь в хорошее тепло, яркое солнышко, дети радостные, довольные, это всегда приятные эмоции. Ожидаем теплого солнца, хороших, крутых эмоций, конечно же, поплавать на море, как же без этого. Наконец-таки у нас есть возможность совершать полеты из города Гомеля, не тратя свое время на какие-то дальние путешествия за пределы нашего города. Поэтому с помощью компании «Интерсити», за что им очень благодарна, мы совершим эту поездку. Конечно, переполняют эмоции. Очень прекрасно летать из родного города. Не надо добираться часами в какие-то аэропорты. Все здорово, замечательно. Полетная программа в Шарм-эль-Шейх стала хорошим началом большой туристической кампании. Длительность полетной программы Гомель-Шарм-эль-Шейх включает сезон лета 2024. Всего же компания «Интерсити» предлагает путешествия более чем в 20 стран мира, среди которых такие, как Турция, Катар, Гоа, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Мальдивы и другие. Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте туристического оператора intercity.by по номеру телефона +375 44 502 80 80 или в туристических агентствах вашего города. Александр Лупиненко, Сергей Колоцей, телерадиокомпания «Гомель».